Доброго дня всем, доброго вечера. Я сегодня буду вам рассказывать про линейку Charmy. У меня здесь на столе лежат мыло натуральные, шампунь и бальзамчики. Начну я с того, что у нас кожа очень такая любит, скажем так, комфорт и увлажнение, она не любит сухости. И поэтому мне хотелось бы начать с мыла. Меня зовут Музафярова Татьяна, я врач-косметолог, дерматолог. И сегодня как раз тема у нас будет о том, как ухаживать за разными типами кожи, за разными типами волос и как их мыть правильно. Значит, посмотрите, вот эти вот Charmy мыло, да, которые у нас здесь представлены, 4 типа мыла, они с разными обалденными запахами и по цвету очень красивые. Если вы, может быть, в руках держали их или пользовались ими уже, то наверняка отметили то, что они очень классно отмывают и в то же время кожа остается увлажненной. Это все благодаря тому, что в составе нет никаких синтетических плавов, нету никаких других каких-либо добавок, кроме натуральных. Основа — это омыленный кокос и также другие различные масла. Вот, например, сейчас у меня в руках ягодный йогурт, он очень такой привлекательный по цвету, очень классно зайдет как подарок для девочек на День влюбленных, либо скоро у нас будет 8 марта. И вот здесь вот, если я посмотрю состав, то я могу увидеть, да, омыленное масло кокоса, омыленное масло ши, масло оливы, и кукурузы, и молочная кислота. Это все очень хорошо способствует тому, что кожа будет оставаться увлажненной, мягкой и смягченной. И еще что интересного с этим мылом: чаще всего мыло изготавливают по горячей технологии, и, соответственно, мыло созревает в течение 6 часов. Здесь технология же холодная, и такие мыла, они изготавливаются в течение 3 недель. Соответственно, не будет ощущения стянутости какой-то при использовании. PH кожи достаточно такой, ну, более кислый, и чтобы его не нарушать, мыло с очень-очень щелочные не должны использоваться, либо к этим мылам должны добавляться какие-то очень полезные ингредиенты, которые будут увлажнять, смягчать кожу непосредственно при применении. Соответственно, если мы будем пользоваться таким мылом, у которого pH около 6, так же как и у шампуней этой марки, они тоже соответствуют тому, что pH около 6, то мы не будем нарушать сильное pH кожи, то есть кислую вот эту вот составляющую, и будем сохранять кожу более здоровой. Еще хотелось бы отметить один момент. Наша кожа, она большой, самый большой орган, и она, конечно же, не любит, когда очень долго находится в воде, и особенно если вы используете какие-то моющие средства очень долго на коже. Почему? Наверняка вы замечали такой момент, когда вы очень долго сидите в ванной, на подушечках пальцев образуются морщинки. Это как раз связано с тем, что кожа разрыхляется, верхний слой разрыхляется, много в себя воды набирает, и такое немножко перераспределение жидкости происходит на поверхности и в межклеточном пространстве. И когда мы пользуем мыло с агрессивными ПАВ, то есть, скажем так, с теми веществами, которые образуют пену на коже, то в этом случае кожа будет еще более сильно вбирать в себя воду и разрыхляться. Поэтому долго намыливаться или долго, например, использовать мыло, сухие вот эти вот шампуни наши на коже головы не рекомендую, нужно их быстро смывать. Это не для увлажнения, да, это именно для очищения. Есть также, посмотрите, мыло такое с жасмином. Жасмин вообще используется в косметологии много для чего, да, он
способствует успокоению нервной системы, его аромат способствует тому, что кожа будет более мягкая, стабилизируется, плюс запах вызывает такой своеобразный релакс. Поэтому, если кому-то нравится запах жасмина, то я бы порекомендовала вот это вот мыло еще для тех, у кого кожа, скажем так, склонная к сухости. Есть также мыло с виноградом, с ароматом, и есть с манго. Они все очень красивые внутри. Посмотрите, какой яркий, да? А запах тоже очень яркий, очень приятный и такой прям солнечный. То же самое, вот кому нравится виноград, посмотрите тоже, да, если хорошо видно, то цвета прям превосходные. Ну, еще раз, да, для подарка было бы очень классно. В общем, если вы предпочитаете использовать мыло вместо геля для душа, то я бы порекомендовала именно Шарми из-за того, что абсолютно натуральный состав, и все, что здесь содержится, оно очень хорошо увлажняет кожу благодаря вот этой вот технологии изготовления 21 день, холодная технология изготовления. Дальше я вам хочу рассказать немножко про волосы. Волосы на голове претерпевают в своем росте три фазы. Это фаза анагена, катагена и телогена. Первая фаза, она длится около 1000 дней. И самое интересное, да, вот что у кого-то эта фаза может быть более долгой, и тогда эти люди могут отращивать волосы, например, до талии, да, или еще ниже. Это определенные народности. А у кого-то волос растет вот до этой длины и не ниже. Сколько бы они там ни втирали в голову, да, различных масел, различные средства, делали мезотерапию, это все не помогает, потому что генетически есть такая обусловленность именно вот в этой фазе. И эта фаза может длиться, ну вот в среднем я говорила уже 1000 дней, но может она также длиться и очень-очень долго, например, допустим, 10 лет. И если волос в год примерно растет на 12 сантиметров, то, соответственно, представьте, до какой длины, да, волос может достичь через 10 лет. Так вот, если мы будем говорить о том, что волосы на голове, они какие-то растут, какие-то находятся в фазе катагена, то есть это длится несколько дней, то есть они фазу стояния такую, да, занимают, а потом идет фаза, скажем так, выпадения, и потом на смену новый волос образуется. Так вот, иногда случаются такие истории, когда все волосы одномоментно входят в фазу телогена и начинают выпадать. Многие спрашивают, что же делать в этом случае, когда волос начинает выпадать. Одно дело это гнездная алопеция, когда участками волос выпадает. Здесь надо искать причину, надо обращаться к дерматологу или к косметологу и уточнять, что это может быть. Это могут быть гормональные какие-то изменения, это может быть стресс, это могут быть паразиты. А другое дело, когда просто волос начинает выпадать. Например, когда, допустим, девушка родила, и фаза у нее кормления наступает, в это время могут волосы начать выпадать активно. Это связано с тем, что гормоны, которые были во время беременности, они поддерживали густоту волос, а затем происходит смена гормональная, и волос начинает вываливаться. Также может это наступать при стрессе, может быть еще из-за паразитозов различных или из-за смены питания. И вот в этих случаях очень хорошо подходит использование успокоительных каких-то веществ внутрь и также использование растительных всевозможных например, заваривать растения различные, да, там ромашку, календулу, наносить на голову. Кто-то делает маски из кефира, там, из хлеба или еще с чего-либо. Но интересное самое, да, что у нас в линейке вот Шарми очень большой
очень, очень много компонентов именно растительных, которые как раз вот как у бабушки, да, заварили в чашке много: розмарин, можжевельник, ромашка, какие-то еще дополнительные травы, и наносили, да, на голову. Так вот здесь, например, в шампунях такое большое разнообразие этих компонентов, что вот как будто бы вы сделаете такую, скажем, маску. Поэтому можно смело пользоваться любым вообще из этих шампуней в эту фазу выпадения, и вы таким образом будете поддерживать и кровообращение, улучшение кровообращения, питание самого волосяного фолликула, смягчение самого волоса. Что интересного в этих шампунях? У меня вот, например, дочь, она очень сильно заинтересовалась им, потому что не нужно наливать, там, размыливать на руке. Она берет кусочек вот этого шампуня, намыливает им голову везде, где ей нужно, и хорошая такая пена образуется и смывает. Есть такой момент: если на волосистой части головы образуется перхоть, очень часто задают вопросы, что же делать, если у меня на голове перхоть. Перхоть, она может быть по нескольким причинам. Чаще всего ее вызывает такой грибок, Молоцезия фурфур. Этот грибок, он разрыхляет немножко кожу на волосистой части головы и дает такое подшелушивание. Так вот, если он с нами всегда находится, мы с ним соживем, скажем так, да, то при неблагоприятных условиях он может себя вести поагрессивнее и начинать вызывать шелушение, то в данном случае достаточно будет воспользоваться просто шампунем для жирной головы или шампунем, который может использоваться при возникновении перхоти. Например, это цитрус, лемонграсс, древесный мужской шампунь, то эти шампуни, они будут нивелировать это состояние. Но если при их применении будет усиление все-таки перхоти, то в этом случае мы говорим о том, что, скорее всего, вам необходимо обратиться к дерматологу и выяснить причину. Чаще всего она кроется в желудочно-кишечном тракте. То есть там какая-то проблема со сдвигом, скорее всего, микрофлоры. Еще это также бывает при недостаточности витамина В6, поэтому необходимо его применение можно выявить, только сдав анализы. Если мы говорим о том, что кожа головы сохнет, это возможно из-за смены температурных режимов. Например, вы, скажем, носите шапку, потеете, потом пришли в помещение сухо, влаги нет. В этом случае волос тоже может начать электризоваться, кожа головы может начать сохнуть. Но чаще всего сухая кожа головы – это уже генетически обусловлено. Такие люди, они никогда не будут жаловаться на жирность кожи лица, у них будет сохнуть кожа везде, по всему телу. Приятнее всего, конечно, находиться в увлажненной среде. Но в этом случае можно воспользоваться, например, шампунями для сухой кожи. Например, кокосовое. И также есть бальзам кокосовый. Так как там в составе содержится масло кокоса, то это придает больше увлажненности самой непосредственно волосистой части кожи, да, и самим волосам. Также можно воспользоваться шампунем ежевика и миндалем. Миндаль, который содержится в составе ежевики также, он способствует тоже увлажнению кожи, волосистой части головы и также волосам, но миндаль еще дает возможность использовать этот шампунь для окрашенных волос. Поэтому смело можете использовать его те, кто красит голову. Но лучше всего, если, конечно, стойкие красители на волосистой части головы будут использоваться, потому что все-таки натуральные, они могут немножко краситель подвымывать. На это обращайте внимание. И еще не рекомендую пользоваться только шампунями,
Нужно использовать обязательно кондиционер, иначе будет электризация, иначе вы можете пересушить кожу головы. И долго держать на голове после намыливания такие шампуни нельзя. Если вы почувствовали стянутость после использования шампуня Шарми, кожи головы стянутость, то необходимо этим шампунем пользоваться чуть реже. Так как здесь большая, высокая концентрация активных ингредиентов, то это может сказаться не очень хорошо. Главное правильно подбирать. То есть если голова шелушится, это не значит, что кожа головы сухая. Шелушение может быть также при сиборее. Сиборея – это состояние, когда избыточно вырабатывается кожное сало. То есть, если кожа лица и волосистой части головы жирные, избытка сала будет вырабатываться много, это кожное сало будет склеивать роговые чешуйки вместе, и тем самым для того, чтобы опорожнить, скажем, сальную железу, организм, ну, у него сил просто не хватит. И плюс еще сверху роговые чешуйки склеены кожным салом. В этом случае может начаться вот такое шелушение или образование желтоватых корочек. Вот это состояние сибореи просто шампунями или бальзамами вылечить невозможно. Здесь надо тоже разбираться, в чем причина. Но если только еще только-только что начинается, то в этом случае хорошо подойдут шампуни для жирных волос. Это лемонграсс, цитрусовый и древесный. Затем, что еще хочется рассказать, есть еще такие состояния, как, например, псориаз или контактный дерматит, который может быть после окрашивания волос, например, наступил, или после химической завивки. В этих случаях кожа тоже будет страдать, тоже может шелушиться. И если вы начали пользоваться шампунем, который от шелушения или по вашему типу кожи, и вы чувствуете, что происходит усугубление, то опять-таки рекомендую обратиться к врачу, к дерматологу, чтобы понять, что же все-таки с вами происходит. Бальзамы, которые есть в наличии у линейки Шарми, необходимо наносить не просто на волос, а необходимо также наносить на кожу головы, чтобы смягчать эту область и затем ее разносить по волосам. Еще один мой лайфхак, что голову в течение дня обязательно нужно расчесывать, особенно тем, у кого сухая кожа головы, потому что вы будете тогда разносить кожное сало по волосам и распределять. Тем самым будут меньше сечься сами кончики, и волос будет меньше электризоваться. Если есть какие-то вопросы, то я готова на них ответить, потому что мы про состав очень подробно до этого говорили в прямом эфире, про составы шампуней Шарми и бальзамов Шарми. Поэтому, если какие-то вопросы с того эфира, возможно, остались, то я бы хотела бы на них вам ответить. Если есть вопросы, задавайте. Пока на вопросы сейчас еще хотела один момент такой рассказать. Все шампуни и бальзамы, они имеют такую округлую форму. Но иногда у покупателей вопросы бывают, почему они, например, могут отличаться друг от друга, да, по форме каким-то образом. Это все связано с тем, что это абсолютно ручная работа. И такие средства могут быть, например, овальной формы, или если вы, например, держали где-то в теплой среде, то они могут немножко растекаться и быть не совсем ровной какой-то формы. И еще вы можете также встречать вкрапления
каких-то ингредиентов в составе, это говорит о их абсолютной натуральности. Поэтому это безопасно к использованию как детям, так и кормящим и беременным женщинам. Расскажи весь процесс применения, вот как применять шампунь правильно, а как применять бальзам правильно. Значит, смотрите, при нанесении на волосистую часть головы шампунь намыливает непосредственно на волосистую часть головы. То есть мы намыливаем саму голову. И затем вспениваем и распределять можем либо по волосам, либо просто вы смываете, и шампунь непосредственно сам смывается по голове. Затем вы берете бальзам, наносите также на волосистую часть головы, распределяете по волосам. Он пенится уже не так активно, он такой больше, ну, как кремовый какой-то по составу будет. То есть вы его непосредственно наносите на волосистую часть головы, на волосы, и затем держите в течение нескольких минут, и только потом смываете. Использовать не рекомендую каждый день, это только для тех, кто уже попробовал его и понимает, что сильно он, например, не пересушивает, или волос на нем очень комфортно себя чувствует. Я рекомендую начинать с одного раза в неделю, максимум два раза в неделю. Иногда этого достаточно для жирной головы. Если этого недостаточно, то можно дополнительно использовать и свой, например, шампунь в промежутках между. Клиент жалуется на зуд после применения мужского шампуня. Да, если есть ощущение зуда после использования, то, скорее всего, этот шампунь ему пересушивает кожу головы. Возможно, что у него более сухая кожа, и ему бы порекомендовать другой шампунь. И все равно повторяются вопросы про мылить. Как правильно? Можно ли мылить в руке? Можно, да, да, и да. И мылить ли на голове? Если говорить, например, о детках маленьких или о том, что кому-то непривычно саму голову намыливать, то, конечно, можно намылить непосредственно в руках, образовавшуюся пену наносить на волосистую часть головы, массировать и потом смывать. Мне больше нравится наносить на волосистую часть головы непосредственно само мыло и им промыливать все и потом смывать. То есть вариации могут быть на эту тему, главное хорошо промыть голову. И еще есть такая категория людей, у которых одним разом не промывается. Поэтому вы можете два раза подряд наносить и промывать голову. Считается, у парикмахера вообще первый раз мы очищаем голову от грязи, смока, а потом мы уже непосредственно ее моем. А вот нанесение бальзама дважды – это более предпочтительно, чем, например, один раз. Почему тоже? По той же причине. Первый раз мы немножко смягчили волосы сами, а второй раз мы уже в них питательных ингредиентов еще больше дали. И про бальзам спрашивают, можно ли использовать бальзам для и на коже головы? Да, конечно. Еще раз, да, так как концентрат активных ингредиентов в шампунях, он достаточно высокий, и чтобы не пересушить кожу головы, я рекомендую наносить сам вот этот вот бальзам непосредственно на волосистую часть головы. Причем вы не будете ощущать, что как-то загрязнилась голова непосредственно после применения этого бальзама, как, например, бывает жирновато, да, после использования жидких бальзамов. Если кожа головы жирная, а на концах, получается, кончики сухие, какой шампунь и кондиционер лучше использовать? Лучше все равно использовать то, что подходит именно для жирной кожи головы, для жирных волос. Но вы бальзам будете наносить, ну, вернее, шампунь будет это цитрусовый и лемонграсс, или также древесный еще можно, если запах нравится. Но использовать оливковый бальзам, оливковый, вы его побольше.
больше наносите на кончики волос. Кончики волос почему сухие? Потому что чаще всего мы утром расчесались, убежали на работу, там, по делам везде, и на кончике просто не распространяется вот эта естественная смазка жирная от волосистой части головы. Поэтому волос надо полностью прочесывать, и если не хватает кончикам все-таки вот этой вот жирности, то бальзам необходимо распределять больше на кончики волос. Очень сильно после применения шампуня выпадают волосы. Это, скорее всего, у вас совпадение, потому что волос, естественно, должен выпадать по примерно 80-100 волос в день. Это считается нормой, у кого-то это 60, у кого-то чуть больше количество волос. Поэтому посчитайте все-таки, сколько у вас волос. Возможно, еще сейчас находится чуть больше волос в фазе телогена, вываливания, да, волос. И вам кажется, что волос вываливается сильнее, активнее. Но тому волосу, которому суждено было вывалиться, он вывалится хоть как, при каких обстоятельствах. Будете вы мыть шампунем или не будете мыть шампунем? Подходит ли для ежедневного применения? Подходит. Шампунь подходит для ежедневного применения, но необходимо все-таки попробовать сначала более редко его использовать, потому что, еще раз напомню, да, здесь высокая концентрация активных ингредиентов. Прокрашенные волосы еще вопрос. Окрашенные волосы могут быть как сухими, так и жирными, да? И в связи с этим нам необходимо напитать их. Здесь есть в линейке миндальные, и еще вот раньше к Новому году выходили два таких наборчика, где был апельсин, корица и снежная ель. Если они где-то в остатке остались, то они также будут подходить хорошо для окрашенных волос. В составе ингредиенты максимально ухаживающие за окрашенными волосами. Но если все-таки какой-то краситель неустойчивый, какой-то более натуральный, он может вымываться вначале такими шампунями. Скажите, мыло может заменить шампунь? Это и есть шампунь равно мыло. Но мы не имеем в виду вот эти вот мыла, которыми пользуемся для тела. То есть все-таки по, скажем, ингредиентам лучше всего использовать вот эти вот шампуни, мыло, чем, например, использовать те, которые в брусках. Потому что более, скажем так, более уходовые являются эти шампуни, нежели мыло, которое используется для тела. Вот здесь еще вопрос пишет, что кондиционеры никогда нельзя наносить на корни. Почему наш можно? Кондиционеры не наносят только, ну, на волосистую часть головы из-за того, что они могут зажирнять очень сильно. Поэтому они максимально напитывают именно сами волосы. В нашем случае здесь нет связанной воды, здесь находятся только просто активные ингредиенты. И они спокойно распределяются, они не будут зажирнять. Это не маслянистая структура какая-то, и вот этого состояния жирности не будет. Если ботокс для волос, какой можно использовать шампунь? И был еще вопрос про кератин на волосах, да? И ламинирование было, и еще было про нанопласть. Так. Все, что используется для, скажем, разглаживания и закупоривания, да, самих волос, чтобы они становились более гладкими, для выпрямления, здесь лучше, конечно, посоветоваться с вашим мастером. Можно ли использовать именно такой pH, как у нас, который равен 6, либо вам, например, порекомендуют использовать более кислый pH. Я вот, насколько спрашивала у парикмахера своего, более кислый pH обычно рекомендуют к использованию, поэтому уточните у ваших специалистов, можно ли использовать шампуни с pH равным 6.
Какой шампунь подойдет для кудрявых волос? В зависимости от того, какая кожа головы у вас, как часто жирнится, как часто вы моете. Как правило, кудрявые волосы, они чуть посуше, но в то же время они более плотные, более жесткие. Поэтому лучше их смягчать. Подбирайте по коже. Если она все-таки зажирняется, то в таком случае берите цитрусовый лемонграсс. А если она все-таки сухая, то тогда берите кокос или ежевику или миндаль. Слышала, что в шампунях, в которых только натуральные ингредиенты, что они не мылятся. Из-за чего мылятся наши шампуни? Ну, я говорила, что здесь омыленный кокос – это натуральный пав. Он и дает пену, и мылится. Есть просто павы синтетические, вот эти поверхностно-активные вещества, которые мылятся, а есть натуральные. Вот в данном случае это омыленный кокос, и он дает хорошую пену. Что подойдет для нарощенных волос? Кожа головы нормальная. Ну, для нарощенных волос лучше тогда использовать для сухих. То есть это с кокосом, это с ежевикой или с миндалем. Если волосы еще и окрашенные, то в этом случае засиняющие шампуни. Мастер вам, я думаю, бы порекомендовал. Еще один вопрос про нанесение кондиционера. Наносить у корней и по всей длине волос кондиционер не подходит, хотя вы рекомендуете. А подходит, да, подходит только для кончиков, правильно ли это? Сложно очень. Значит, смотрите, бальзам подходит по всей длине, как для волосистой части головы, так и по всей длине волос. Его можно использовать от корней волос до кончиков. То есть не надо... Я рекомендовала более, скажем так, интенсивно его наносить или, скажем, во второй раз после смывания нанести его конкретно на кончики, если они секутся или высушены. От шампуня для жирных волос волосы стали еще жирнее. В чем может быть проблема? Скорее всего, есть себоррея. Это состояние избыточного выделения кожного сала. И, то есть вы сушите кожу, хотите, чтобы она нормализовалась, менее жирная становилась, но сама причина не уходит. И кожа ваша старается выделить еще больше кожного сала, и такой замкнутый круг получается. Поэтому все, у кого состояние жирности не уходит, например, при использовании шампуня, потому что шампуни, они все-таки это не лечебные какие-то средства, то в этом случае необходимо обратиться к врачу и вместе подобрать какое-то лечебное средство, и тогда уже дополнительно использовать. Значит, один раз бальзам нужно смыть, а второй раз нанести и не смывать? Смывается бальзам всегда. Это не несмываемый бальзам. Есть такое понятие, что мы можем наносить один раз, а можем наносить дважды. Вот, например, у меня, у ребенка кожа жирная на волосистой части головы, а волосы сами немного вьются, то есть они более сухие. И для того, чтобы их расчесать, одного раза нанесения бальзама мало. Поэтому первый раз я ей наношу по всей длине, держу минуты 3-4, потом смываю. А второй раз я ей наношу уже непосредственно на сами волосы и особенно на кончики. Также жду минуты 3-4 и смываю. И после этого тогда волос очень хорошо расчесывается. То есть в любом случае мы и шампунь, и бальзам смываем. Правда ли, что волосам к натуральным шампуням нужно привыкнуть? Ну, есть такое, скажем, по предположению, по поводу привыкания. Но на самом деле, если вы начинаете пользоваться такими средствами,
вы должны понимать, что из-за того, что концентрация активных ингредиентов высокая, и нужно ли вам это количество, например, на каждый день или там на или раз в 3 дня, для чего вы вообще пользуетесь шампунем? Для того, чтобы смыть, например, ну просто грязь какую-то, скажем, чтобы волос выглядел более чисто, либо вы еще хотите привнести каких-то компонентов и полечить, например, улучшить состояние волос самих, то в этом случае попробуйте сначала. Не всегда натуральные ингредиенты переносятся, ну, скажем так, сразу прекрасно. Я вот, например, к шампуню, к этому, ну, скажем так, привыкала сразу в неделю. А ребенок у меня мгновенно начал его использовать и сказал: мамочка, все прекрасно, мне это больше всего нравится. Бальзам надо оставлять на несколько минут на голове или сразу смывать? Лучше все-таки оставлять на несколько минут и смывать. Здесь по необходимости. Если у вас прекрасный увлажненный волос, то вы можете нанести, пока наносили, он подействовал, и затем смыть. А какое у вас любимое мыло Шарми? У меня лимонное. У меня, мне очень нравится просто запах цитрусовый, поэтому я его использую. И это про шампунь. Это про шампунь, я еще раз был про мыло. А, про мыло. Если говорить про мыло, то мне больше всего нравится вот это вот йогуртовое. В общем, это, наверное, все-таки что-то из детства. Можно ли мужской шампунь использовать женщинам? Конечно. Если нравится аромат, то тогда почему нет? Жирными считаются волосы, загрязняющиеся в течение 2 дней? Жирные волосы могут загрязняться и ежедневно. У кого-то, например, после мытья с утра к вечеру уже такой сопливый вид волос. В этом случае это считается очень сильно жирное. Также, если жирное можно через день, например, мыть голову, а есть те, кто с жирной головой моют раз в 3 дня. Вот если уже раз в 4, то это уже, скажем так, это, ну, не относится к жирной. Вообще, зажирнение головы невозможно отрегулировать без каких-либо приемов препаратов. Я к тому, что если ваша голова зажирняется после мытья на следующий день, то мойте ежедневно. Если она зажирняется через день, то в этом случае через день. То есть вы не сможете приучить вашу кожу головы зажирняться тем, что вы будете, например, мыть там через день или через 2 дня, не привыкнет. То есть вы, скажем так, моете голову так, как требует внешний вид. Если она зажирнилась через день, то, соответственно, через день. Если там через 2, то через 2. Много еще вопросов про перхоть. Сейчас я смотрю. Ну да, перхоть чаще всего, я вот напомню, да, что она вызывается грибком, который он с нами живет, он условно патогенный, но иногда при каких-то неблагоприятных условиях он может активничать. И в этом случае может начать голова подшелушиваться. Очень часто у подростков, например, в пубертате это происходит, или при длительном ношении головных уборов, тоже когда голова потеет и нет возможности проветрить голову, ну, в смысле не голову, волосистую часть головы, то в этом случае, конечно же, мы говорим о том, что может начать образовываться перхоть. Если шампуни не помогают от перхоти, то стоит тогда, конечно, обратиться все-таки к врачу. А если магнитятся волосы после кондиционера? Для чего это возможно? Сухо в помещении, недостаточно увлажнены волосы. Тогда лучше использовать кондиционер еще. И
есть такой момент, сушите вы в голову феном или вы сушите волосы естественным путем. На самом деле, чем дольше волос будет находиться влажным, тем больше вы подвергаете, скажем так, деформации сам волос. Вот с одной стороны все говорят, да, о том, что фен вредно, что горячий воздух. Вы можете сушить холодным воздухом, сейчас фены позволяют так сушить, но волос, чем дольше находится влажным, тем больше он может растянуться, он может деформироваться, поэтому сушите сразу голову и не рекомендую абсолютно ложиться спать в полотенце с мокрой головой, потому что крутитесь, голова крутится, волос может то растягиваться, то сжиматься, и таким образом портится сам волос, само качество. Был вопрос еще про милированные волосы. Угу. Можно ли применять при милированных волосах? Можно, но необходимо тоже также попробовать, чтобы не было вымывания тона, вымывания цвета. Лучше всего использовать с миндалем для этого шампунь. И не каждый день, потому что волос все-таки более сухой, который милируется. Если вопросов по составам или по использованию нет, на все вроде бы ответили, да? Вот еще раз такой же вопрос тоже. А шампуни для крашеных волос и бальзамы очень электролизуют волосы. Это так должно быть? Вот. Нет. Есть вообще очень частая история в зимний период электризации волос. Если происходит такое состояние, это говорит о том, что либо слишком сухо в помещении, либо вы пересушиваете волосы. В этом случае лучше добавить бальзама и смывать после шампуня, дважды использовать бальзам и смывать его. Но выдерживать по несколько минут, чтобы волос напитывался влагой. И потом, соответственно, сушить более холодным потоком воздуха, нежели горячим, чтобы волос не электризовался. И еще есть щетки. Щетки есть разные. Есть пластмассовые, есть металлические. И вот, например, при, скажем, использовании пластика тоже волос будет более сильно электризоваться. Можно ли применять грудничкам? Интересный вопрос. Как-то вот его не задавали, но деткам можно, с грудничками я бы, наверное, все-таки не стала бы совсем использовать, потому что все-таки концентрация шампуня такая, что ингредиентов много натуральных, либо попробовать, совсем-совсем прям разбавив водой, то есть не наносить саму вот эту вот пену на голову ребятенышу. Что представляет собой омыленный кокос? Можно про него поподробнее рассказать? Это непосредственно... мы что используем? Мы используем ингредиент сам, то есть не кожуру, а сам кокос, саму мякоть. И дальше уже это, я не химик, но это натуральный в любом случае ингредиент. Каким образом это происходит, это, наверное, все-таки надо обратиться к тем, кто это создает, уточнить у них, но это не химический какой-то компонент, это натуральный компонент, который используется как основа. Не могу вам химию рассказать. Если кожа головы шелушится местами, а волосы быстро загрязняются, какой шампунь подойдет? Шелушится местами.
Если есть участки шелушения на волосистой части головы, это сиборея. И для такого состояния лучше использовать шампуни для жирных волос. Но если будет усиление, то тогда необходимо все-таки какие-то лекарственные средства использовать с врачом. Можно ли шампунем мыть собаку? У собаки породы ши-цу волос, а не шерсть. Я думаю, что есть специальные шампуни, конечно, для собак. Но что, попробовать вы, конечно, это можете. Конечно, не все можно, то, что человеку, можно животным. Так же, как и таблетки. Но многие пробуют на наших друзьях младших. Как часто можно пользоваться шампунем? И много вопросов, с какого возраста детям можно? Детям можно. Это натуральные ингредиенты. Нет ограничений по возрасту. Просто пробуйте. Если аллергических реакций не возникает, а на любые компоненты могут возникать аллергические реакции, то вы можете использовать детям и маленьким. Если говорить о том, как часто, то по частоте все зависит от жирности головы. Если голова загрязняется через 3 дня, то, соответственно, раз в 3 дня. Но начинайте пробовать хотя бы раз в неделю. И, например, смешивать с шампунем вашим. Допустим, в понедельник вы своим привычным шампунем помыли, а, например, в четверг вы помыли шарни. Если вам понравилось, комфортно, то вы можете постепенно переходить полностью на вот этот шампунь. Еще вопрос. Какой шампунь подходит для роста волос? Угу. Был вопрос. И какой шампунь против выпадения волос? Есть здесь ингредиенты, такие как ромашка, розмарин. Эти препараты, эти компоненты, они для густоты волос. Соответственно, можно использовать для усиления роста и густоты ежевику. Можно использовать кокос, можно использовать тот же древесный, например, и миндальный. Они все от выпадения и для улучшения роста. Спрашивают, как пользоваться мылом? Вот этим? Мылом? Мылом можно пользоваться спокойно, наносить его либо на кожу, непосредственно саму, либо намыливать в руках, либо можно использовать для этого специальные виходки или полотенчики, которые намыливаются непосредственно самим мылом. Для каких частей тела можно использовать наше мыло? Из-за того, что здесь pH приближен к pH кожи, вы можете использовать его для любой части тела. Но если говорить, например, про мыло для интимной гигиены, то там лучше использовать, у которых pH закисленный. Лучше подойдет для деликатных мест. Сами мыла, которые используются вот непосредственно для мытья тела, они очень, ну, хорошо очень смягчают. И в составе у них есть такие всякие штуки, например, вот молочная кислота. Молочная кислота, она очень хорошо рельеф кожи выравнивает. То есть после применения кожа такая более гладкая становится. А какой шампунь порекомендуете после химической завивки и кондиционер? Лучше всего подойдет кокосовый, потому что там больше ингредиентов увлажняющих, смягчающих, которые бы, скажем так, напитывали саму структуру волоса, потому что она более разрыхленная после таких воздействий агрессивных. Еще раз спрашивают про детей. С какого возраста можно детям? Возраста ограничения нет.
вы можете пробовать, но деткам чаще, чем раз в неделю, точно не нужно мыть голову. Нет ограничения в применении. Про жирность обсудили, про сухость обсудили, про детей тоже, и даже про собак. Шампуни вот эти все, и бальзамы, и мыло, из-за того, что там много очень таких ингредиентов полезных, они очень хорошо подойдут именно для тех ценителей, кто вот любит натуральное все. Потому что у нас очень часто на рынке продукция, скажем так, написана натурально, а залезаешь в состав и понимаешь, что а где здесь натурально, да, какой-нибудь один-два ингредиента и все. У Шарми в этом плане они соответствуют тому, что заявлено. То есть если натурально, то это натурально. И еще хотелось бы обратить ваше внимание, что температура хранения шампуней и бальзамов и мыла от плюс 5 до плюс 25. То есть не стоит оставлять, например, в машине на ночь. Сейчас у нас вот сколько там, минус 27 на улице. То есть может перемерзнуть состав и, соответственно, может произойти, скажем, нежелательное расщепление, да, самого мыла или шампуня или бальзама. И также не перегревайте, то есть не оставляйте в жарком помещении либо около батареи. Плюс еще хотела рассказать такое, что качество шампуней, бальзамов и мыла со временем не страдает, но аромат может немножко выветриваться. Это как бы это натуральные, потому что компоненты в составе. В общем, обсудили все. Надеюсь, вопросов больше нет. Это второй эфир был про Шарми. Всего вам самого хорошего. Приближается праздник, День всех влюбленных, а затем будет уже мужской и женский. Так что до новых встреч в эфире.